Всем привет, всем здравствуйте. Оля из Тампере, из Финляндии. Я нахожусь в магазине Цити. Это магазин Plus Size. И я люблю говорить пухлики. Ну и, конечно, здесь своя вот такая схема размеров. S это у нас 42-44, M 46-48, L 50-52 и XL 54-56. И у меня часто спрашивают, какого размера вы, Оля, свои параметры. Ну, я ни себя не измеряю. Ну, я примеряю М-ку или Л-ку. М-ка иногда мне подходит просто как доктор прописал, но так как я имею очень толстые руки, иногда из-за рук мне приходится брать Л-ку, но все равно я люблю вот такие, как говорится, размеры впритык, чтобы не было как с чужого плеча. Ну и, конечно, Рождество, Новый год без красненького, блестященького. Вот такой красоты просто нельзя никуда. Смотрите, какая красота. И первый раз подошел мне рукав. Мне рукав не надо ни загибать, ни подшивать. Как мне нравится вот такое, конечно, такой кофточки. Вы пойдете попить глёки к друзьям, отобедать на Рождество, даже на Новый год и так далее. Ну и Старый Новый год тоже можно встречать вот в такой красоте. Эти свитерочки или пусеро, как говорят финны, есть в трех цветах. Синий, черный, ну и, конечно, самый Крисмас, это красненький цветец. И есть точно такая же футболочка. Если вы знаете, вы живете в такой стране, что Рождество, конечно, есть, но очень тепло, теплый климат, футболочка тоже очень здоровски. И здесь 65% полиэстера, 35% катона. Стирать в 30, ну, если вы встряхнете и кинете на вешалку, конечно, гладить практически не надо. И если вы вывернете на левую сторону, это все понятно. Конечно, вот эта красота будет дольше вам служить. И свитерок стоит 39,95, и у меня был размерка L. И когда я увидела это платье, я подумала про себя, ой, ну как здорово, вот если было бы морозу так минус 30, как у нас было много-много лет, конечно, да, в таком платье, ну просто красота. Или где-то в Лапландии с толстыми колготками, толстые шерстяные носки, вот у камина присесть. Как мне нравится, что здесь все-таки количество синее, а не черное, ну и очень приятный материал. Если такое платье покупаете шерстяное, да, может чесаться и колоться, но вот это очень приятный цвет. Не знаю, вот это место бы еще была синяя полоска, был бы еще, как говорится, такой худящий эффект. Не знаю, смеяться или плакать. Вот эту оранжевую полоску, конечно, я бы переиграла на синюю полоску, но дизайнеры тоже, знаете, не поняли, что на кого они это платье делают, а так мне платье очень нравится. На мне был размер L-ка, это 50-52, 49-99. И помните, народ, если вы покупаете вот такую вещь, где вот такая шелковая тесемка, нитка, веревка, называйте как хотите, она сделана специально для магазина, чтобы вещь не падала на пол. Когда приносите домой, ее нужно, конечно, отрезать, отстричь, называйте как хотите. И такую вещь лучше не вешать на вешалку, она всегда немножко отвисается, потому что это полиэстер 100%. Ну и, конечно, стирать только в 30. И если вы еще вывернете на изнанку, это вообще супер. Гладить особо не надо, на полотенце вы можете кинуть и вот так вот, как говорится, одеть без особой глажки. Ну и я думаю, если очень большой мороз и вы приходите или входите вовнутрь, может иногда от такой вещи бить током. Ну, теперь есть такое средство, вы взбрызгиваете, и получается вот такой эффект, вас не бьет это платье током, и не получится, что оно будет забиваться все время между ног. Да, очень веселенькая расцветочка. И вот хороший пример. Я 1,68 м, но и посмотрите, это туника. Мне вообще как платье. Там было написано, что это туника. Вот с таким рукавом. Я не знаю, как это может быть вещи зимние. Я бы в такой вещи с удовольствием ходила летом. Одела бы свои льняные тапки.
от Отчи и ходила везде и всюду. Мне безумно нравится ворот, мне безумно нравится рукав, ну и мой любимый синий цвет. Народ, пишите, действительно, вот я такой человек, который не может пройти мимо синего, или есть еще такие точно же, как я, вы любите зеленое, красное, или у вас какой-то есть другой цвет, вот вы когда видите, у вас прям сердце останавливается, и вам хочется сказать, ой, вот это бы синенькое с удовольствием померила. И я специально эту тунику вывернула наизнанку, только показать, как сделан ворот. Это очень здоровски. Если бы здесь была просто маленькая планка, и, как говорится, не было вот этого материала, когда садишься и отгибается, всегда бы была видна подкладка. Мне очень нравится, что здесь сделано вот так. И здесь еще вставлен такой материал. Он будет держать этот ворот и после первой стирки. Это всегда супер. У меня был размер L-ка, и хорошо, что я взяла L-ку. Это у нас 50-52, 100% катон. Какое приятное к телу. 49,99. Ну вот, считайте, у нас нету этих центов. Округляется до 50 евро. И кто-то скажет, 50 евро что-то дороговато. Но опять же, качество. Да, можно купить и дешевле, постирать просто один раз. И, как говорится, это превращается в тряпку, которой можно мыть пол. А можно вот такую вещь купить. Хоть она смотрится очень бюджетной, но из-за качества и из-за того, как она сидит, да, в такой вещи, конечно, ты проходишь везде и всюду, не буду говорить, с лета до зимы. Ну и можно всегда одеть брюки, леггинсы и так далее, и так далее. Да, конечно, вот эта синенькая туника, ну, мне она как платье, это просто здоровско. Ну и по совету продавца я взяла вот этот цвет. Мне кажется, он слишком для меня вот такой с фиолетовым. Ну, продавец сказала, что под мои волосы будет очень здоровски. И когда я делаю обзор нежного белья, я делаю упор, что если любите вот такую вискозу, тонкий шифон и так далее, не покупайте бюстгальтера, где очень много кружев, нашиты какой-то бисер, шваровский хрусталь и так далее. По-фински называется «Тея Пайта Ринта Ливит». Вот такой, где нету ничего лишнего. Ну и, конечно, вот это место не должно просвечивать. Здесь у нас тоненький-тоненький поролон. Если даже вы с мороза приходите, как говорится, внутрь, не получается так, что вам нужно какие-то лишние движения все время делать, чтобы, не дай бог, знаете, как говорится, не было ничего лишнего видно. Я всегда к этому так критично отношусь. Мне не нравится, когда просвечивается все и вся. Ну, если бы мне было лет 18, это совсем другое. Но в своем возрасте я уже отношусь к этому по-другому. Вот такая тунечка на мне. И опять у меня размер L. И это у нас 100% полиэстер, 36,99. Ну, какое приятное к телу. Про кружавчики ничего не могу сказать. Я вот, как говорится, всегда боюсь, если очень кружева вот такие накрахмаленные. Но, опять же, даже не стирая, помочив эту вещь, чтобы смыть вот этот препарат, чем эти кружева всегда припудривают, скажем так, чтобы вот эта вещь имела вот такой красивый продаваемый вид. Ну, я могу, например, намочить, чтобы смыть вот этот накрахмал, чтобы кружева были мягкие. А так, конечно, кофточка очень миленькая к телу. И здесь мне безумно нравятся примерочные. Примерочные большие. Есть еще вот такое большое зеркало, куда можно выйти и увидеть себя в полный рост. И когда я снимаю обзор с магазина Цицы, я прямо останавливаюсь у этого платья и говорю, что о, вот это бы платье с удовольствием померила. Я не знаю, почему все-таки черное. Это настолько мое, это настолько классика жанра. И здесь мне безумно понравилось вот это оформление. Немножко, как говорится, блестит сюда. И ничего лишнего не надо ни на шею, никуда. Можно сделать какую-то прическу, накрутить волосы на бигуди, чтобы вот эту красоту не закрывать. 3/4 рукав, красота. И, конечно, очень хорошая длина. Прикрывает колени, но не в пол. И все-таки такой плотный трикотаж, даже если не будете вы никаких
очень, знаете, такого утягивающего белья поддевать не получится, так что, как говорится, не выдохнуть, не вздохнуть, и не просвечивает вот это место. Тоже, мне кажется, очень-очень красивенько сделано. Пишите, мне кажется, вот это черное платье самое то. И у меня был размер L. Здесь у нас вискоза, полиэстер и эластан. Но эластан — это вообще красота, он будет тянуться, когда вы будете сидеть. Это все здорово, 69,99. И стирать можно в машине, не забывайте выворачивать его наизнанку. Ну и, конечно, гладить единичкой. И я всегда советую такие вещи после стирки. Если вы встряхнете, повесите на вешалку, его можно просто пройти с единичкой. А думаю, если хорошая стиральная машина, практически гладить и не надо. Безумно нравится здесь примерочная. Конечно, женщины плюс сайз не могут войти в примерочную, которая 60 сантиметров на 60 сантиметров, там не сесть, не встать. Да, примерочная вот такая красивая должна быть, куда и пухляк поместится. Ну и это, конечно, на последнее я оставила самое красивое. Кто досмотрел, молодец. Возьмите с полки пирожок. Самое красивое, блестящее. Да, если в таком платье куда-то пойти присесть, конечно, никто не пройдет мимо. У всех обернется голова и подумают: о, ну это-то тоже блестит, переливается. Очень приятное к телу. Рукава немножко длинноватые, но это никакая не проблема. Рукава можно загнуть, и очень хорошая длина. Вот опять, даже если, как говорится, женщина будет выше меня, все равно будет как бы по колено. Единственное, я бы взяла, наверное, размерку L. Хоть продавец уговорила меня взять размерку M, 46-48, я думаю, L-ка была бы лучше. Не так в оптигон, и очень красивый вырез. То есть вырез есть, декольте, но не так, что наклоняешься, и прям твои груди, как говорится, на тарелке. Очень мне нравится это платье. Вот так покажу еще, как говорится, в полный рост. Ну и размерку L, чтобы вот это место было более так свободно. А так, конечно, Оля, да, королевишна была бы на Новый год. И я это платье вывернула наизнанку только из-за того, показать, какая здесь подкладка. Если кто-то думает, вот это люкра будет чесаться и колоться. Нет, подкладка сделана вот так. Очень приятное это платье к телу. Теперь я поняла, почему оно такое приятное к телу. Здесь у нас эластан с полиэстером будет тянуться. И у меня был размер М, когда L-ку я бы с удовольствием, конечно, взяла. Стираем в 30. И цена у нас 69,99. Такой маленький текст, что практически даже в очках не видно. Но это и здорово. Зачем видно цену? Сначала ты померил, а потом уже будешь думать, как тебе, хорошо или нет. Вот сколько примерок я показала. Подписывайтесь, не хворайте, ставьте палец вверх, пишите комментарии. С вами была Оля из Тампере. Всем физкульт-привет!